Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше прохождение The Elder Scrolls 5, а именно Skyrim Special Edition. Итак, собирался я с вами в этой серии отправиться вот сюда, в Айварстед, чтобы поговорить с седобородыми. Ну что ж, где мы вообще? Текущая моя локация, вот она, да? Ага. Ну, погнали. Сейчас разберемся только, как выбраться. Так, а через забор я не могу перепрыгнуть и выдвинуться. По всей видимости, нет. Ну ничего. Все равно выйду. Когда человек подходит с оружием наготове, не мудрено занять. Так, выходим в Skyrim. Так, карта, значит, и карта местности. Я думаю, что мне надо бы обойти так, а хотя можно и вот так тоже пройдем. Блин, может все-таки взять коня этого. Оу, не-не-не-не-не, назад. Взламывать я ничего не хочу. Можно было бы ее украсть, конечно. Но к чему это приведет? Непонятно. Сколько золота у меня? 1600, да? Где ж ребятишек-то мне найти? Быть может, они еще спят? Эх, ладно. Пойду своим ходом. О, а тут что? Подвести. Так, я хочу нанять твою повозку. Куда едем? О, однако. Хорошо. А куда вообще я могу добраться? Ну давайте глянем. Карта мира. Высокий Хродгар. Айварстед. Вот интересно, в Айварстед можно? А давайте глянем. Я могу отвезти тебя в столицу. Ну, куда едем? Так. Нема. Беда. Данстар. Данстар, а где это у нас вообще? Виндхельм. Ладно, короче, пойду я пешочком. Все, спасибо. Всем. Я погнал. Правда, не знаю, как я буду пробираться, но думаю, что-то придумаю. Так, а я, по всей видимости, буду пробираться через горы. Параллельно, может, дичь какую-нибудь подстрелю себе. Покачаю навык стрельбы. Так, а ну-ка. Воу, я не в ту сторону иду. Черт. Короче, мне надо выйти к реке. А ну-ка. Карта и L-карта местности. Мне сюда. Что-то я чуть не ушел немного не туда. Блин, надо, может, хоть какой-то плагин найти на для мини-карты какой-то, там же так не очень мне удобно.
Не совсем понятно, да, куда там я иду. В нужном или в не совсем в нужном направлении. Вот так, а вон сейчас речушка, и я думаю, по ней буду двигаться. Можно, конечно, двинуть он по дороге какой-то. Но хрен знает, куда она ведет. Что там значок медведя. Нифига не показано. Ну ладно. Давайте глянем. Опа. Блин. Хедшот выдал. Это чё? Точнее, даже не вопрос не в том, что это, а откуда это. А ну. И что тут у нас? Опа, там враги. О. На. Еще раз. На. Свободен. Опа. Ну окей, давай. Ладно. Че, не попал, я же ему прям в башку прострелил. Свободен. И что я тут такое взял? А ну-ка, предметы разные. Книги. Так. Окей, ничего интересного. Ничего интересного. Я вообще где хоть? Что это я такое открыл? Приличная застава. Давайте зайдем. Поглядим, что там есть. Кто здесь? Родольф, это ты? Да. Старшой тебя искал. Сказал, что будет на вершине. Лучше не заставляй его ждать. Окей. Так, давайте я, наверное, засейвлюсь на всякий случай. Чувствую много всего. Пособираем. Оно им все равно не нужно. Так, ну. Что здесь? Немного. Какая броня? Возьмем, она им не нужна. Хотя не обязательно, я думаю, было бы и брать. А это что? Винцо. Винцо заберем. Капуста. Похаваем. Тут очки. Ничего интересного, окей. Оо. Ай-яй-яй-яй, отходим. Что отвалишь-то? Ой-ой-ой-ой. Твоя жизнь закончится здесь. Твоя. Так, предметы. Срочно надо зелиться выпить. Так. Я сдаюсь! Я сдаюсь!
Так, а ты че? Свободен, не знаю, там сдаешься ты или нет. Сейчас ты сдаешься, а через пару минут уже. Золотишко. Стрелы возьму. О, отмычечка. Сейчас сочек можно отдохнуть. Кстати, у меня навыки тут нельзя еще. Я только 4-й уровень, я, по-моему, все там раскидал. Ну ладно. Так. Понятно, опа. В сундучке у нас отмычка, зелье лечения. Прям вообще хорошо. Еще один сундук? Нет. Воу. Так, вы можете создавать зелье, яды, соединяя два или более ингредиентов, которые у вас есть. Общие свойства. Чтобы узнать свойства ингредиентов, экспериментируйте с ними. Ингредиенты. Зелье неизвестный эффект. Огонь. Так. Создан яд опустошения магии. Интересно. Давайте сейчас. Не удалось создать. Сопротивление холоду. Неплохо. Не фартануло. Навык алхимия у нас Децл подрос. Ой, еще и левел ап подрос. Прям вообще замечательно. Давай. Надо еще что-то заготовить. Окей. Выйти, да. И что, можно, по всей видимости, только вот для таких столов теперь готовить. Это, конечно, не ок. Но лучше, чем ничего. Давайте засейвим. Что у нас тут в буфете? Думаешь, у нас получится? Конечно, нет. Я могу дрессировать что собак. Что это было? Оголодавшего волка. Пора покончить с этой глупой игрой. Свободен. Нет. Минус один. Что еще?
Ах ты падла. Ой-ой-ой, волк. Вали. А вот и бандюган. Согласен, до свидания. Так, а мне новый уровень, тут самое время. Так, запас сил, здоровья, магия, здоровье. Да. Берем стрель... Ой-ой-ой. Не-не-не. Навыки. Я хочу стрельбу, можно? Необходимо 40, ого. Сколько у меня стрельбы? А, 28 только. Ой-ой-ой, да тут вообще прям выше крыши. Хорошо, тогда навыки. Наручное оружие, не блокирование. Так, я, наверное, стоять. Тяжелую броню возьму, что ли? Один хрен. Это лучше, чем ничего. Опа. Какая интересная штуковина. Что это у нас? Фигня. Бандюган. О, стрелы. Стрелы — это хорошо. А тут? И тут стрелы. Да, мое почтение. Ё-моё. О. Круто. Чубас лечения взяли. Тут у нас пусто, да? Ну, окей, погнали наверх. Ничего нет. Ну, забираем. Это здесь никому уже не пригодится. Так, подождите, а что, я уже на выход, что ли, прибыл? Походу, да. О. Какой сюрприз! Надо же! О, у тебя тоже лук. Только главное, не выпади. Ага. Мимо. Еще раз мимо. Да блин, я же прям в голову ему стрельнул. Как так-то? И кто это? О! Тяжелая броня, беру. Дневник Хайвара. Золото. Неплохо. Конечно, очень неплохо, но по весу я уже не прохожу. Охотничий лук мне не нужен. Железный щит тоже не особо. Вот стрелы пособираем. Вау. Железный шлем. Заклинание на 12 меньше магии. Да.
Беру, еще и как. Мало того, я еще и одену его. Так, где он тут? Одежда. Амулет Талоса нацепить. Это надеть. Почему бы и нет, да? Еще и вот это оденем. Прям вообще мы по красоте теперь. Так, что у нас тут? Тюбаны какие-то. Конечно, залез я. Высоковато. Но я думаю, отсюда же можно как-то проследовать вниз. Дабы не обходить через всю пещеру. Ой-ой-ой. Аккуратненько. Да, можно прям, смотрите. Очень круто мы так. Мы заскочили на огонек. Так, ну а вот и дорога. О, там какие-то камни, да, по всей видимости. Где-то что там впереди. Идем посмотрим. Давай, давай. Минус один. Минус второй. Отлично. Забрал. Забрал. Там никого, медведи, никого нет. Так, где-то здесь какие-то камни. Надо забраться, посмотреть. Возможно, даже мне кто-то сейчас... Ну вот, начал. О, некромант. Ай-яй-яй. Ох, вас там сколько. На, иди сюда. Да что ж такое, промахнулся. Блин, как медленно там поворачивается. Свободен. Точнее, свободно. Так, что тут у нас? Магия восстанавливается на 75% быстрее, неплохо. Все. Окей. Там, да? Отлично. Ага, древний лук. Такой у меня есть. Раз в день благословленные знаком ритуала могут поднять мертвых поблизости и подчинить их своей воле. Вы можете выбрать только один знак одновременно. Я даже не знаю. Предметы. Оружие, одеть лук. Че я так медленно хожу? Наверное, я перегружен, да? Да. Причем очень даже нехило так перегружен. Так, бросить. Меч сбрасывать не стану. Можно тоже скинуть. У меня на карте этот камень, да, отобразился. Вот и славно.
Кстати, вот еще что-то. Какая-то то ли подземелье, то ли пещера, хрен его знает. Надо отметить его. Я уже здесь. Так, какую-то заставу нашел. Давайте глянем. Хотя, быть может, стоит ее уже посмотреть будет в следующей серии с вами, друзья. На сегодня, думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.